продолжение видео. Получается, в предыдущем, посмотрите, взяли стекло, для оплавили его и покрыли вот первый вариант на верхнюю часть золотое наше фирменное покрытие. То есть получилось то, что хотели. То есть принцип этого эксперимента, скорее всего, не эксперимент, а образец, это заказчик тоже заказал. Берем, оплавляем стекло, покрываем сверху позолотой, стекло в виде листа, то есть с заломами такими красивыми. Посередине будет в оригинале отверстие, которое будет крепиться как подвесная парящая конструкция с вот таким вот декором. Фотографию я прикреплю. То есть будет красиво. То есть оно будет чуть-чуть наискосочек, но вот все получилось, как и хотели. И это толщине 3 миллиметра мы произвели. Вот такой вот декор будет. Тоже 3D-шный он получился такой.